Привет, стримаши. Небольшой обзор характеристик диска SSD M2, как пишут, ключ M2. Это маленькие такие платки, в основном 22 на 80 миллиметров. Почти что то же самое, что SSD-диск в формате 2,5. Но скорости позволяет шина PCI-Express побольше достигать до 3000, по-моему, мегабайт в секунду. Так чисто визуально вы не заметите, но бывают и под M2 с SATA интерфейсом. Стоят они примерно одинаково, если не дорогие, что SATA, что M2. Этот диск, он с ключом M2, именно прорезь одна в слоте, который вставляется, ну не в слоте, а в штырьке, который вставляется, пока он есть. Я его немножко потестировал, ну даже не немножко, можно сказать, нормально, длинные там тесты запускал, потому что, чтобы тесты на запись запускать, информация теряется. Линейное чтение, что мы видим? Максимум 2700, минимум, ну это падение было, не будем обращать внимания, один раз. Так, 2346 среднее. Все нормально. Дальше. Чтение. Доступ. 0,3. Преимущественная запись доступа. Ну, скорость доступа при записи 0,09, вот с такими скачками, как вы видите, не очень понятно, с чем это связано. Ну вот такой вот график, 12 минут шел он. Этот тест, буферизованное чтение около 878 мегабайт. Что-то вначале была какая-то фигня, потом дальше вот так вот плотненько прошел. Ну, вроде это нормально. Вот ATS Crystal Mark 601. Чтение 2959, запись 1101. Постоянная, это Q8T1, 4-килобайтные Q8T8 848 1062, Q32T1 358 199. Т — это как триод, потоки, очередь, глубина запросов, куевы. Q1, Т1, 64, 147. Так, еще у меня было там операции в секунду, сейчас я найду. Вот, я нашел, то, что он не показывает. Неудобно там сделано. Так, диск это, да, это он. Диск, как вы видите, 4-килобайтных. Q8, T8,
чтение 207 тысяч, запись 259 тысяч, Q32T1 87 тысяч, чтение, запись 48, Q1T1 чтение 15 тысяч, запись 36 тысяч. Ну, вроде неплохо. Так, теперь идем дальше. Запись. Опять записные тесты на запись редкие, потому что я говорю, нужно и приличное время идет, 21 минута, 22 минуты. И диск не должен использоваться. Что мы тут видим в начале? 1000, нет, 900, здесь скорее 900 мегабайт. Потом падает до 300. 70% опять падает до 145. Немножко под конец растет. Ну, вот такой график. Я думаю, нормально. Тоже редко его кто делает, этот тест. Здесь скриншот, он кривовато немножко берет, конечно. Но видно. Так, это то же самое. Что-то я второй раз его запустил. Надо удалить. Да. Выборочная запись. 734 мегабайта. И три провала серьезных. Ну, не знаю, может, я что-то запускал в это время. Ну, не очень хорошо, конечно, выглядит. Буферизованное чтение 2439 мегабайт. Ну, отлично. Вот это вот отлично. Это радует. Вот записи не радуют. Линейное чтение 2363. Ага, так. Ну, разброс больше, как видим. Выборочное чтение 920 мегабайт в секунду. Провал какой-то в 50%. Тест АИДой. На чтение. Так, 2300. Выборочное чтение 2700. Поперизованное 2500. Ну, это я уже делал, в общем. Вот такие вот тесты. Там что-то еще были какие-то интересные более на запись, конечно. Но пока что вот что я успел, сделал. Думаю, это пригодится людям. Есть, конечно, профессиональные тесты. Там они специальными программками используют. Но пока я до этого не дошел. Но это, считаю, тоже уже неплохо. Ни один Crystal Mark только запускал. Некоторые Crystal Mark'и даже не запускают. Так что следите. Серия, жесткий диск, повторю, ADATA SX8002 PNP. В общем, с неплохим контроллером. Фотку я приложу. 238 гигабайт у него места свободного видно. Вот такая вот модель. Она называется там Pro серии. Ну, как бы одна из их самых быстрых моделей. В общем, впечатление нормальное. Ну, конечно, провалы какие-то вот эти вот непонятные вниз. Может, это с моим компьютером связано. Ну, пока что все. Еще будут какие тесты про него. Я выложу. Всем пока. Подписывайтесь. Ставьте уведомления.